Детей надо просто любить. Прописную истину неоднократно повторяли в социально-педагогическом центре. В День защиты детей здесь собрались неравнодушные взрослые, которым, в отличие от родителей, не безразлична судьба этих малышей. Представители отдела образования, медицины, машиностроительного завода, нефтепереработчики, районная администрация, правоохранители. Далеко не полный список тех, кто навещает ребят и в праздники, и в будни. Администрация и районные власти не упускают возможность и в любую возможную минуту стараются уделить внимание детям, которые в особой помощи и внимании нуждаются, протянуть руку помощи, пожелать детям мирного неба, счастливого детства и оказать возможную посильную помощь, чтобы каждый ребенок знал, что детство – это самое золотое время в его жизни. Теплые слова, концертные номера, танцы, песни, множество подарков и, конечно же, пожелания. Хочется, конечно же, пожелать им самого лучшего – это счастливого детства. Сегодня мы в гостях у наших самых лучших, самых обаятельных детей. Это в социально-педагогическом центре города Мозыря, где живут дети одной дружной семьей. И мне хочется пожелать, конечно же, каждому ребенку Мозырского района, и не только Мозырского района, чтобы они жили своей дружной семьей. Поэтому всем семьям счастья, здоровья, благополучия. Берегите свои семьи. День защиты детей – это не просто веселый праздник для самих детей. В первую очередь, это напоминание взрослым о необходимости защищать права ребенка, чтобы вот эти ребята и тысячи других росли здоровыми и счастливыми, учились и просто играли. Светлана Грудько, Олег Фицнер, телеканал «Мозырь».